Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, и мы продолжаем говорить о разделенной идентичности. В прошлой программе э, мы говорили о том, что нужно прислушиваться к своей совести. Но наша совесть не только имеет э, такую, знаете, функцию обличителя. Нет. Наша совесть, она также еще и направляет нас. Например, э, вы можете услышать не только, э, что происходит не так, что неправильно, но и что правильно. И вот это те моменты, те вот э, вещи, которые как раз показывают, что делать. Поэтому следующий мой совет в отношении того, как преодолеть разделенную идентичность, это послушание своему голосу совести. Когда вы видите, что правильно. Это не просто означает, что вы где-то себе там в, в аналах ваших э, интеллектуальных дебрей должны отметить, вот это правильно или вот это неправильно. Нет, это указание к действию. Если ваша совесть говорит, неправильно проходить мимо э, упавшего человека, то это буквально означает остановись, подойди и по, как минимум поинтересуйся, что произошло. Итак, если вы будете послушны голосу своей совести то я более чем уверен, разрыв между вашей идентичностью наличной и подлинной, он будет сокращаться с такой скоростью, что вы сами увидите это. Буквально день за днем вы будете наблюдать, как вы становитесь более целостным человеком, как ваши убеждения будут становиться более железными, бетонными, и ваша жизнь станет другой.